Так, ну что, пойдем искать любовь в большом городе. Рыцарь на розовом коне – это Олег Казанцев, он же Казанова, бывший участник телепроекта «Дом-2». Сегодня он пошел искать любовь на улице Барнаула. Когда же, как не в день всех влюбленных? У меня просто очень много в сердце любви, и мне ей нужно с кем-то поделиться. Вы готовы принять? Ну. Давайте левую руку. Его ли это любовь или это, узнаем в конце этого кино. Олег – человек любвеобильный, но как жители большого города относятся к празднику? Я ненавижу 14 февраля. По улицам бегут парочки. Парни бегут куда-то с цветами, девушки с пышными прическами. Даже самые депрессивные должны делать вид, что им нравится этот ненужный пустой праздник. Такое мы прочли на одном из форумов. Нецензурное здесь опущено. А теперь узнаем, что думают люди на улице. Подскажите, пожалуйста, как вы празднуете 14 февраля? Никак. Никак? Вообще никак. А это для вас праздник? Не знаю. Спасибо. Была бы вторая половина, может, и была бы. Парни, скажите, а как празднуете 14 февраля? Мы его не празднуем. У нас его нету. Не праздник для вас? Нет. У вас есть любовь? Да, вот она моя любовь. А, вы вместе празднуете? Естественно. Мы с женой в этот день подали заявление в ЗАГС. Я не знаю, мне преподаватель говорит, что это праздник геев, так что его праздновать не стоит, я вам так скажу. Это не для вас? Ну да, конечно. Как видите, мнения разделились, а ведь кого-то засилие цветов и бесконечная череда картинок в соцсетях откровенно раздражает. Вот и наш герой Олег просто согласился сыграть на камеру. На самом деле, любовь у него давно есть. К тому же имя Святого Валентина для него – пустой звук. Я понял, что это не наш исконно русский праздник. Вот, какой-то навязанный, там пришел к нам откуда-то, непонятно. То есть, и чисто вот, внутренне, как бы для меня, считаю, есть праздник вот Петра и Февронии. По сети давно гуляет шуточный пост «20 причин ненавидеть День Святого Валентина». Смех смехом, конечно, но порой даже любовь может надоесть. Андрей Дрейр, Алексей Фризин, «Наши новости».